Уважаемые одесситы, с 18 апреля в Одессе прекращено предоставление административной услуги по вклеиванию фото в паспорт гражданина Украины при достижении 25-45-летнего возраста. Это связано с тем, что 1 марта этого года Министерство внутренних дел Украины отменило приказ 320, которым регламентировался порядок выдачи паспорта гражданина Украины в форме книжечки и, соответственно, процедура вклеивания в паспорт гражданина Украины в форме книжечки фотографии при достижении этих граничных возрастов. Вчера, 17 апреля, этот приказ был опубликован в официальном вестнике Украины. С сегодняшнего дня любой одессит, который зарегистрирован в городе Одессе и достиг 25 или 45-летнего возраста, как и раньше, обращается в Центр предоставления административных услуг или в Миграционную службу Украины и вместо вклейки фото получает услугу по обмену паспорта гражданина Украины в форме книжечки на паспорт в форме ID-карты. Для жителей Приморского района сообщаем, что вы эту услугу также можете получить в представительстве государственного предприятия «Документ», которое расположено на Екатерининской в торговом центре. Единственный момент, что, обращаю ваше внимание, госпредприятие берет еще дополнительно за информационные услуги дополнительную плату. Центр предоставления административных услуг оказывает эти услуги согласно тарифам, установленных центральным органом исполнительной власти, и не берет за свои услуги больше ни копейки денег. К сведению одесситов, ежемесячно за услугой по вклейке фото в паспорт гражданина Украины у нас обращалось от 1500 до 1600 человек. Теперь одесситам нужно будет обращаться при достижении возраста за сменой паспорта на ID-книжечку. Хочу сообщить одесситам, которые уже были записаны на получение услуги по вклейке фото, наши администраторы с вами свяжутся и предложат вам запись предварительную, опять-таки в установленный законом срок. Мы проделаем все, что от нас зависит, чтобы не допустить, чтобы вы нарушили срок подачи документов. Напоминаю, для смены паспорта при достижении 25-45-летнего возраста отводится государством один месяц с момента достижения возраста. То есть перед нашими администраторами, которые отвечают за организацию предоставления административных услуг, стоит задача сделать так, чтобы вы попали на прием к администратору и подали документы на обмен паспорта в течение месяца с момента достижения вами 25 или 45-летнего возраста. Вы можете подавать документы либо на оформление паспорта по ускоренной процедуре в течение 10 рабочих дней, либо по обычной процедуре, это 20 рабочих дней, с соответствующей оплатой админсбора за срочность, если вы изберете процедуру оформления паспорта по срочному. Как в ID-паспортах включается информация, фото, изображение и цифровая подпись человека, его биометрические данные, фамилия, имя, отчество, дата, место рождения, орган, который выдал, дата выдачи, срок действия, также адрес регистрации, место проживания человека, и наносится на обратной стороне и идентификационный код. Поэтому, получив ID-карту, одессит получает возможность не носить с собой бумажку, выданную налоговой инспекции с номером, идентификационным налоговым номером. Если человек меняет место регистрации, ему выдается справка о регистрации места проживания в обмен на выписку, которая выдается вместе с ID-картой. И, к сожалению, информация подается в электронном виде нами в единый государственный демографический реестр, но она не обновляется автоматически на чипе, на носителе информации, который зашит в карточку. В таком случае вы можете или носить с собой выданную нами справку, либо подать паспорт на обмен для того, чтобы эта информация перезаписалась на носитель информации, который в карточке. Мы пока не рекомендуем одесситам это делать. Во-первых, это
нагрузка на полиграфкомбинат Украина, который печатает эти паспорта. Во-вторых, еще не все органы оснащены считывателями информации, и достаточно предъявить справку, выданную органам регистрации о месте вашей регистрации. Сейчас уже много лет внесение информации о детях в паспорта было необязательно, и это делалось по желанию владельца паспорта, обладателя паспорта. Сейчас вносится информация не вся, и вы, если помните, с недавнего времени даже штампы в бумажные паспорта о семейном состоянии, вступления в брак и развод тоже не проставлялись. Поэтому эта информация вся указывается в анкетных данных при предоставлении информации, при подаче заявления. Полный перечень информации, который заносится на ID-карту, есть в 302 приказе, которым утвержден порядок выдачи формы и так далее. В принципе, на внешних сторонах этой карточки, еще раз повторюсь, изображение, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, дата выдачи, срок действия, подпись и орган, который выдал. На обратной стороне обязательно печатается идентификационный код, если человек его подает и желает. Если вы не желаете, по вашему желанию, идентификационный код может не печататься на карте, но если вам он выдан, вы код, естественно, предъявляете при подаче заявления. Регистрация места проживания находится на цифровом носителе, вшитом в карту. Месячный срок отводится на подачу документов для обмена паспорта. То есть в течение месяца человек должен попасть или к нам, или в представительство Государственной миграционной службы, или жители Приморского района имеют третий вариант в госпредприятии документ для того, чтобы подать заявление. Паспорт может быть напечатан и по истечению 10 этого месяца, но подача заявления должна быть осуществлена в течение этого месяца. Если человек подает по обычной процедуре, паспорт оформляется в течение 20 рабочих дней. Если человек подает по ускоренной процедуре, заплатив, соответственно, повышенный административный сбор, то тогда этот срок составляет 10 рабочих дней. Паспорт в виде книжечки сдается в обмен. Так и называется услуга «Обмен паспорта при достижении 25-45-летнего возраста».